Здравствуйте, друзья! Меня зовут Георгий Черданцев, моего коллегу Константин Генич. И мы из комментаторства. Мы видим состав команды «Хозяин». Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Состав «Манчестер Юнайтед». Очень вариативное тактическое построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно парировать. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Георгий Черданцев, моего коллегу Константин Генич. И мы из комментаторов. Мы видим состав команды «Хозяин». Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Состав «Манчестер Юнайтед». Очень вариативное тактическое построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно парировать. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Георгий Черданцев, моего коллегу Константин Генич. И мы из комментаторства. Мы видим состав команды «Хозяин». Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Состав «Манчестер Юнайтед». Очень вариативное тактическое построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно парировать. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Георгий Черданцев, моего коллегу Константин Генич. И мы из комментаторства. Мы видим состав команды «Хозяин». Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Георгий Черданцев, моего коллегу Константин Генич. И мы из комментаторства. Мы видим состав команды «Хозяин». Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. В его магазине очки. Игра началась, смотрим. Паскаль Гросс. Бруно. Потери и у соперника. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Похоже, эта атака закончена. Мяч... Какая техника. Как он обращается с мячом. Вы только посмотрите. Нет, не попал. А мог бы выводить команду вперед уже на первых минутах встречи. Все возможности для этого были. Жаль, не хватило точности. Есть игрок впереди. Пройдет передача.